Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зубас. И сегодня, ребятки, как вы уже помните, да, будем смотреть феромоны на этом прекрасном друге. Вопрос только, как сюда впихнуть все легендарные предметы, которые теперь у меня есть. Да, вопросик интересный, да, но сложный. Очень сложный. Надо что-то придумать. Во-первых, это то, что вот этот предмет хорош. Он очень хорош. Этот предмет тоже очень хорош. И как бы 18 уровень далеко еще. Сложно. В общем, все сложно. Надо подумать, что мы будем выбирать. На железной дороге, без ботинка, без этого. Ну, короче, наверное, будет вот так вот, ребят, сегодня. Наверное, будет вот так вот. Потому что, ну, хочется мне потестировать феромоны. Пока что без этих вот двух имп. Но я думаю, мы знаете, что сделаем. На стандартной карте. Нам просто попроще играть за жабу. В общем, на стандартной карте мы возьмем вот эти вот два предмета. Возьмем феромоны. То есть три предмета таких вот. Наверное, уже будет когда пятый слот, но, возможно, и без него. И уберем, скорее всего, вот эти два предмета. И будем играть. Вот такая будет супер мощь жаба имба. С кучей урона, кучей выживаемости от бицухи, которая накинется, и феромонами. Ну, а теперь мы отправляемся в командные бои смотреть феромоны на жабе. Надеюсь, они будут хороши. Ну, как они могут быть не хороши? Это же жаба. Это же жаба и это же феромоны. Правда, радиус у них небольшой и как бы это немножко... вводит, так сказать, не то чтобы в заблуждение, немножечко просто смотрится нехорошо. Ой, как не лагает. Как будто не лагает, да. Лаги не чувствую. Ладно, погнали, у нас есть лут. Можно врываться. Что мы, в принципе, сейчас и сделаем. Я еще живой? Еще живой. У меня панелька заблочилась, кстати. Аптечки закончились, не знаю, что будем делать. Просто... А, это... Панелька заблочилась из-за этого друга. Ну, короче. Чё-то мне урона не хватило. Знаете, это вот вроде бы врываешься ты в сквад, да? Феромонишь сразу 3-4 противника. Бьёшь их, бьёшь. А урона не хватает, оказывается, одной жабы. А потом ты вспоминаешь, что у тебя же есть, оказывается, сквад еще рядом стоящий, да, в миллиметре от тебя. И оказывается, что они просто стоят и смотрят, как ты соло дерешься, да, и пытаешься выжить, и на самом деле ничего не делают. Совпадение, да? Наверное, наверное. Наверное, это было, ребятки, совпадение, что ничего не делали. Может быть, они просто делали, но урон не проходил, да, он испарялся, пока летел, скорее всего. Ну, вы знаете, там же вода была. Утонул урон, получается. Наверное, такое будет оправдание у них. Ну, скорее всего, вы же понимаете, гении у них всегда оправдание. Так, ну что, ловим яру. Развалим. И как бы вот. Что-то у них там немного яр было, но что-то закончились. Опять лев в команде противника, что-то мне прям везет на львов в команде противника. Носорожек тут красивенький, вот такой вот, который меня куснул. Я тебя тоже куснуть могу, ты не думай, что ты тут один самый кусачий. Как бы жаба тоже, хоть и без зубов, но кусать может. Ладно, не страшно, в принципе, мы сейчас доберем, наверное, противников. Аптечки лишние. О, золотой дробовик, это мы любим. Это мы любим. И, кстати, что самое интересное, в прошлом бою, вот здесь вот, да, смог реализовать дважды клинок. То есть я вообще на фулл раскрылся. То есть залетел с феромонами, да, красивенько там снизу, наверх. Троих заферомонил, там слон вроде под феромонами попал. Раскидал весь урон. Потом мне слон забросил панельку. Да, он выпил водички, клинком забросил панельку. Но не суть, это было как бы не страшно. Не больно, все было как бы нормально, но... Просто, когда ты не видишь поддержки от сквада, которая должна быть, потому что, ну, невозможно было победить. Ладно, поехали. Бывает. Бывает. Никс, как жизнь? Понял. Плохая. Никс к успеху шел, не повезло, не фартануло. Бывает. Бывает. Правда, интересно, где его сквад вездился? Наверное, в очередной раз. Супер. Тащунский Никс просто жил как царь, а сквад умер. Наверное. Наверное. Либо он просто сбежал. Делайте варианты, ребятки, какой выгодней, точнее, какой более правдоподобный, да? Ну, я думаю, второй. Про Никса, который сбежал. Ладно, что у нас? Вижу противника ниже препятствий. Ничего себе, вот эта дальность. А чё раньше так не работал? А чё так можно было? А чё я раньше так не мог на такое расстояние бахать? Там расстояние в два раза выше. Ну ладно, не в два раза, процентов на 10 было лучше. Жабу сейчас попробуем словить. Ловим вроде бы нормально. Автоатака, если что, это что было. Так, аптечка лутаем, нам пригодится. Капканчик, кстати, тоже лутаем. Сразу в бочку сядем, чтобы сделать маневр красивый.
потому что там жаба 17 уровня, надо быть поопаснее. Ага, жабу снесли. То есть ты на Яре спасал место 17 жабы какого-то Луи 9 уровня? Серьезно? Ну это надо быть гением. Ну, как бы. А кто еще могут играть на эту очередь? Я и гений. Ну, как бы без шансов, ребятки, да, я позже подошел. Эх, жаль, жаба не орел. Ой, не сова. Да. Сова бы сейчас как джух, и все. И нету легендарного предмета у этого гения. Ну ладно, неважно, тут мы в любом случае победили. Тут как бы по барабану, я просто не обратил внимания на счет. Да, когда лутал. Так бы даже не побежал бы, если бы знал, что там один противник остался. Смысл от этого легендарного игрока. Хотя, там может попасться какой-нибудь там, знаете, мощный 20 уровень, который развертит нашу прекрасную команду за секунду. Не знаю, там какой-нибудь альпака, к примеру. Как плюнет, и все, и нету моей команды. Такое может быть. Может быть, я с таким сталкивался. Правда, процентик небольшой, но он есть. Он, как говорится, не нулевой. Но нам в этот раз повезло. Мы вышли. Ладно, ничего, первый бой хороший. Плюс-минус феромоны пока что не получилось реализовывать достаточно хорошо, но более-менее нормально. Единственный плюс это вот то, что феромоны чуть-чуть раньше вроде бы феромонят противника. То есть, что я имею в виду, да? Вы прыгаете жабой, а у феромона радиус. То есть вы... Хотя нет. Если жаба достает своим язычком, да, то уже как бы контролит противника, поэтому... Поэтому ладно, феромоны, в принципе, они только на время, так сказать, на дистанцию пролета феромоны дают. Ну и плюс рядом всех феромонят, что, в принципе, выгодно тоже. Ладно. Ловим енотика. Закинем урончик. Хамелеончика тоже словили. Яд накинем. На Яру тоже яд накинем, чтобы умирала потихоньку. Тут еще какой-то друг был за бобра. Но вот этот маневр бобра я не понял. Ну ладно. Ну вы сами видели все, да? Какой сквад был против... Против нас. Хамелеона можно не учитывать, конечно, но что-то прям остальные меня не порадовали. Особенно маневр бобра такой жесткий. Забежал и встал. И все. И как бы стоял. Ой. Лишнее действие совершил. Бывает. Так, ну мы тут это, по фанчику чисто уже бегаем, фигню страдаем. В бочку залезем, будем на эффекте неожиданности выскакивать. Опа, золотую. Золотое копье, лук. Нравится. Там что, золотой лук был? Золотой лук? Ничего себе. И рядом Тони какой-то. Ну, мы сначала лук золотаем. С Тони потом можно разобраться. Влетаем в Тони! Вот это врыв. Вот это врыв. Вот это врыв я только что выдал. Вот это был врыв. Такой врыв я не сам не ожидал. Влетаем в Тони. Второй раз. Залетаем феромонами. Меня колбасит через всю карту. Ну, вроде нормально колбасит. Позитивная колбаса. Так, колбаса. Позитивная колбаса. Да, ладно, в общем, получилось неплохо. В принципе, мы сейчас стоим здесь. У нас все хорошо. Спасем нашего друга. Словим Тони. Зафиромонили, отлично. Бобра тоже добили каким-то непонятным чудом. Ну, там змея, молодец. Взяла за мансила, так сказать. Смотрите, какая у меня команда. Шестой уровень. Так, ну я что, промахнулся, получается? Ну ладно, луком добьем. Автоатака чисто. Зачем целиться, если есть автоатака? Ну, в общем, что я могу сказать, ребят? Моя команда седьмых, восьмых, шестых уровней просто, ну, какие-то молодцы. Ну, нереальные молодцы. Ну, вы видели, против нас какие были? 16, 17, 15, там, 14. Ну, понимаете, а у меня седьмые, шестые, восьмые там. Как вам? Ну, красавчики же, ну. Вот всегда приятно, когда люди на низком уровне, но молодцы, но стараются и пытаются победить всеми своими способами. Это вот за такое, конечно, респект игре. Ну, просто, знаете, когда такое ощущение, что играешь немножко состоящими в размите, да, людьми, может, не людьми, не знаю, кто там сидит, вряд ли не человек. Так вот, иногда вот играешь, и когда 90% там, таких, и потом ты видишь просто седьмых, восьмых уровней, которые там играют на миллион раз, ну да, на миллион раз, в миллион раз жестче, и просто тебя там, ох, ничего себе, какие жесткие ребята, прям гордость берет, что они вот такие молодцы. Ладно, ребятки, будем на этом заканчивать, если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Но мы еще один бой скроем. Ха, я передумал, да. В общем, да. Я просто на время не посмотрел, думал, что-то быстро. Что-то быстро все прошло. Играем дальше. Еще один боец на жабе. Что-то по рейтингу просто посмотрел, там как-то маловато. Надо бы подбустить, а то... У меня там, считайте, 2 недели пропало рейтингом. Ну, сами понимаете, да. Ловим, ловим фей. Влетели, хорош.
Блин, попал я, правда, под урон. Но Фейс все равно молодец, закинула, кстати, актив навык, успела хотя бы, да? Хотя находилась почти в постоянном моем контроле. Дважды залетел. Ну, смотрите, Фей молодец. Фей молодец, радует, прям очень сильно радует. Зак вот не радует, меня не, вообще ни разу не радует. Но более-менее что-то у нас получается. Там, правда, хамелеон умер, жираф умер. Попробуй жирафа резать, пока наша команда резает хамелеона. И дальше пойдем драться, там у Никса. Легендарный дробовик. Вы заметили, как меня начали лагать, да? Падение. Ну вы жопы. Мне просто... А нет, я золото! А как? Это что было, ребятки? Это что было? Как я залутал? Эти же... Вы же видели, там хамелеон подошел? Ну хамелеон, ладно. Вы же видели, там подошел... Ох ты, уродливый. Короче, вы же видели, там... Просто турелька пчелы такая, вжух и нету. Так вот, вы же видели там этот... Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой, как боль! Лев, не надо! Отпусти, лев! Отпусти меня! Все, нормально. Так вот, вы же видели там я это? Я забыл, что вы видели, да? Так, сейчас добьем этих тут, ребят, а то они меня бесят немножко. Не... Сбили меня с мысли, понимаете? Ну, блин, еще и бой закончился. Ну, короче. Ладно, что там было? А, да, по поводу поднятия дропа. Вы же видели там черепах был с кофе? Есть два варианта. Пока он бежал до легендарного дропа, первый вариант, это я успел поднять. Второй вариант, это уже у черепаха закончилась кофе, как раз когда он подбежал. И, следовательно, оно у него не сработало, и он не успел залутать мгновенно. Ну, вот такие вот реалии. Как это произошло, я сам не знаю, но я был очень рад, потому что вы видели, этот легендарный дробовик, он позволил затащить конец боя. Причем очень жестко позволил затащить. Там он раза 3-4 точно залетел по 2-3 противникам сразу. Это было очень больно для противника. Ну, вы видели. Все просто разлеталось красивейшим образом. Повезло. А то всякий гений на черепахах 17 уровня с кофе, ну, вы понимаете, да? Гением нету покоя в этой прекрасной игре. Ну а мы, как говорится, реализуем феромоны. Феромоны хороши. Да, не получалось прям так жестко их реализовать, но будет 5 слотов, будет вот эти вот два предмета, феромоны. Ну, вы представляете, залететь в одну цель с восьмыми, с седьмой бицухой набитой, с перчаточкой на 158 урона в секунду, которая бьет 4 секунды, да, там, то есть 600 урона скалируемых, ребят. Напоминаю, вот если, не знаю, здесь написано или нет в активном навыке, да? Сколько урона? Видите, 180. То есть вот вы можете посчитать примерно, сколько нанесет вот удар с... Ну, за 4 секунды, да? За 4 секунды с перчаточек, да? Это вот, считайте, почти что 4 таких удара. 4 таких удара можно, кстати, проверить, сколько они дамажат, да? В принципе, в боях вы видели, в принципе, сколько они сносили урона, имея в виду активный навык. Хотя, возможно, я там урон складывался и было сложно заметить, но... Кто там разберет, увидит... Так и может посчитать, в принципе, что это такое. 4 удара перчаточек, это мощно. Особенно под феромонами, особенно по 2-3 противникам, ну вы понимаете. А еще бицуха сверху. А если бицуха скалирует еще и урон от перчаток, ну это было бы вообще жестко, хотя вряд ли такое там прям реализуется. Мне кажется, бицуха только скалирует урон, который вот у нас тут прописан, да. На оружиях там прописан. Вот этот урон, мне кажется, только и меняется. Ну еще от актив навыка, да, урон нет. Ну ладно, ребят, на это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии, на этот раз точно. В общем, не болейте, не скучайте и всем пока-пока.